Вот сидит он постоянно с вытянутой шеей, видите, как будто выглядывает ее. А она по-другому сидит. Ждет, ждет. Вот видно, что она внизу, а он наверху. Я уже по личикам, или как сказать, по мордочкам их различаю. Вот она спокойно на меня смотрит, а он такой напряженный. Ой, ну как все-таки хорошо, что их двое. А то одно расстройство было, что она одна осталась. Видите, у него как-то голова меньше. Тут интересно, замерли и что? Интересно, когда будут птенцы, где будут родители? Наверное, они же в гнездо уже не будут садиться. Так. Интересно, поменяются местами или как? Птицы, семья. Интересно, у них была хоть один раз мысль, о чем мы здесь гнездо сделали? На самом видном месте. Яичко видно. Будут меняться. Да садись уже. И так боюсь дышать. Давай, давай, садись. Да ку-ку, ку-ку, давай, залазь. И крупненькие. Я все думаю, вдруг третья появилась. Не, вон они, два. Шарики. Таль, тихо. Давай залазь уже. Яйца видишь? Вижу. Крупничок такой. Ага. Только что смена караула была. Сняла? Угу. Успела. Да садись, что стоишь? Да он как загипнотизировался. Я вообще его не пугаю, я тут дышать он боюсь. Он так все время стоит. Да, он все время так стоит. Над яйцами. Сядь на яйца, Тунда. Подожди, он должен еще от нас отвернуться, как обычно. Он к нам спиной все время. Давай садись уже. Да быстрее замер и все. Ну, там же это иди пусть садится, конечно. Он же должен свою работу делать или что? Садись. Сейчас. Так, крылышками. Вот, молодец, папаня. Ну, сейчас усядется. Он обычно крылья расперит и все, боится сесть. Подожди, ты еще забыл отвернуться от нас. А, длинная шея. О, нервы начались. А. Обычная наша форма. Да, подожди, раздавишь их там.
Ну и отвернуться, давай козырный свой этот садись, трюк. Стоит. Так он не садится на них. Так, батюшки, лицом к нам, не может быть. Что с Улисей сдохло? Он позирует. Он все понял. Ты понял, что тебя снимают и другим показывают? Ну, передай привет. Зрителям кому? Я? Да не ты, а птичка. Так, ладно, я пошла, что-то он напряженный сидит.